Работников угольной промышленности поздравили с Днем шахтера. В Доме культуры станции Евсина организовали торжественное мероприятие. Искитимских горняков благодарили за работу и трудовые достижения. Выдержка, стойкость, взаимовыручка – эти качества, составляющие горняцкой профессии. Труд тяжелый. При этом техника, на которой сейчас работают шахтеры, мощная, современная, производительная. Управлять такой – отдельное мастерство. Работаю на новом экскаваторе, 12-кубовый, большой экскаватор, как бы грузим белазы. Нужно просто как привыкнуть к габаритам автомобиля, потому что ширина самосвала более 7 метров. Соответственно, нужно понимать, что ты сидишь в одном углу, так сказать, автомобиля, а у тебя еще есть другой угол, который от тебя в 6 метрах расположен. Многие жители Искитимского района трудятся в угледобывающей отрасли. Люди выбирают стабильность, надежность, возможность проявить себя и развиваться профессионально. Искитимскому району очень повезло, то, что такая мощная компания угледобывающая находится у нас в районе. Вы и работодатели, вы и налогоплательщики. Но, как правильно сегодня было замечено, вы еще и очень серьезные социальные партнеры. Лучших специалистов сегодня ждут награды, почетные грамоты и благодарности. Некоторые сотрудники пришли на праздник со своими семьями. Для детей особенно важно, что труд их родителей высоко ценят. И профессия шахтера по-настоящему в почете.